Сказка о Кощее Бессмертном и терапевте участковом. Следующий, заходите. Фамилия, имя? Бессмертный. Бессмертный. Кощей. Кощей. Так, на что жалуемся? Ой, на жизнь. Надоела мне такая жизнь. Помереть хочу. Ну, что вы так уж мрачно. У нас прекрасные специалисты. А до смерти вам далеко. Далеко. Еще как далеко. Она у меня за 3-9 земель. А вот там, там на дубе сундук. А в сундуке утка. 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 Ага. Очень хорошо. Вот вам, дедуля, направление к психиатру. А в яйце игла. Ага. И к урологу.